Ее лицо известно многим, ведь она была одной из участниц первого казахстанского гёрлз-бэнда «Рахат Лукум». Позже эта дерзкая красотка примерила на себя амплуа телеведущей, и это, несомненно, прибавило ей популярности. Сейчас она снова на сцене, продолжает заниматься любимым делом. Я запущу бумажный самолет из окна бизнес-центра ветра. Самым сильным пусть его унесет. Встречайте в гостях программы «Приват» с Даной Рыскельдиновой, солистка группы iFly и телеведущая Ксения Сухомазова. Ксения, привет! Привет! Очень рада тебя видеть уже в гостях программы «Приват». Наконец мы с тобой пообщаемся. Но я уже думала, вы никогда меня не зовете. Хочется пообщаться о многом. Ты зрителю известна как певица, участница группы iFly, как телеведущая. Но в первую очередь все мы знаем тебя по замечательному женскому коллективу «Рахат Лукум». Какими путями в свое время тебя жизнь привела в шоу-бизнес? Я никогда не... я с детства мечтала стать там тем-то, да, то есть у меня такого не было. То есть у меня была очень непонятная ситуация, то есть моя мама хотела меня отправить учиться куда-то там, я хотела вообще просто здесь и сейчас существовать и ждать с моря погоды, то есть я еще решалась, я как раз находилась в таком периоде, то есть мне было 15 лет, да, это такое, то есть на распутье ты находишься, то есть тебе нужно уже скоро поступать куда-то, думать о будущем, вот это вот все, но... У меня появились новые подруги и друзья, которые сказали: а ты неплохо поешь, кстати, и слух у тебя неплохой. А ты не хочешь попробовать вот как-то вот двигаться в этом направлении? Я подумала, да? Ну, раз говорят, значит, ну давайте будем двигаться в этом направлении. И все, и как-то все закрутилось, пошло. То есть, ну, буквально, знаете, получилось так, что меня просто повели. То есть нужным направлением туда, куда я должна была прийти. И в итоге я оказалась в самой... лучшей на тот период группе первым гёрлз-бэндом. Вас было очень много в группе. 7 девочек, если я не ошибаюсь. 7. Сколько лет тебе на тот момент было? Мне было 17 лет. 17 лет. 17 лет уже спокойно можно участвовать в группах, коллективах, петь, выезжать на гастроли. Спокойно, да. Но родители-то, понимаете, тут мы все время у мамы под крылышком, да, здесь сидим. А тут раз и внезапно нам говорят: так, все, вот мы вас собрали, а теперь мы едем в Москву жить на полтора месяца. То есть у моих родителей там возник вопрос сразу, они в рабство или в проституцию или нас там хотят сдать. То есть там были серьезные такие разборки на эту тему. Даже мой папа поехал там в аэропорт нас провожать, что действительно мы летим в Москву, там, то есть Списку писали наш администратор, с которым мы летели. То есть, ну, все было очень серьезно, на самом деле. Но поддержали. При этом родители поддержали. Ну, конечно же, они были немножечко рады в душе, что вот классно. Но они просто не знали еще, чего ждать. То есть, вообще, в принципе, для казахстанского шоу-бизнеса и для всего вообще казахстанского мира это было ново, да? То есть, что кто-то вот так вот делает, да? То есть, повезли куда-то специально готовить для того, чтобы выстрелил проект. То есть, поэтому, ну, люди всегда боятся чего-то нового, да? Поэтому, ну, и как бы мы дети своих родителей, они все переживали. Ну, в принципе, вот так, а нашу самую младшенькую Линарочку, на тот момент ей было 15 лет, она была несовершеннолетняя, ее повезли родители туда. Родители. И сколько вы прожили там в Москве? Мы прожили полтора месяца, то есть мы там, у нас была плодотворная работа, мы записывали песни, вот, снимали клип, учились правильно танцевать, там, преподносить себя, там, не знаю, вести себя, красить и так далее. То есть мы жили в таком жестком режиме, то есть нас буквально там не выпускали ни на улицу, никуда, у нас был строгий администратор. Ну, интересно, на самом деле. Какой год это был? 2000 год. Вы на тот момент были такими революционерками. То есть ты была такой рыжей бестией, у вас по формату, вы все девушки, участницы были разными. Вы знаете, почему я была бестией? Я просто дорвалась, называется. Я вышла из дома, да, и сказала: так, все, гуляем. И я когда пришла к парикмахеру, я ему просто сказала, села в кресло, а там все девочки такие: ой, мне не надо отрезать волосы, ой, мне не надо вот здесь вот то-то-то. Я скажу: оторвись на моей голове. Он просто оторвался. Это была жесть. Я вышла с голубыми волосами, у меня была странная прическа, это какой-то рок 60-х. Ксения, я знаю, что вы очень близко дружите
со всеми участницами коллектива «Рахат Лукум». И по сей день, насколько я вижу, наблюдая за тобой в Инстаграме, вы периодически встречаетесь, общаетесь. Всегда такая идиллия была между вами? Ну как, понимаете, дело в том, что мы все по своей природе, это называется альфа-самки, понимаете? И нам очень сложно было всем вместе как-то вот, знаете, пазлик собрать в один. То есть мы все были разные, то есть с разных каких-то структур, с разных полей, я не знаю, там, да, то есть мы были абсолютно, и у всех были свои какие-то вот нравы, да, и свой какой-то такой дерзкий характер. То есть если бы мы не были такими, не знаю, упертыми, да, все, такими вот альфа, мы бы не добились вот этого всего, потому что около 300 человек стояли в очереди для того, чтобы попасть в этот проект. И мы буквально вот так вот локтями распихивали свой вот этот вот путь, по которому вот мы сейчас в данный момент идем. То есть, ну, это на самом деле было сложно. И между друг другом, да, безусловно, тоже какие-то были конфликтные ситуации. Ну, кто-то был там более дипломатичен, такой, типа, девочки, но все равно там как-то где-то гнул свое там. То есть кто-то где-то улыбался, шел по трупам, кто-то где-то еще как. Кто-то прям драки устраивали. Там, мы, например, там... Вплоть до такого. Да, у нас данное даже случалось. Несмотря на то, что мы были подруги, несмотря на то, что мы вместе прошли этот проект, мы в Москве умудрились даже подраться. Прям подраться физически. А на какой почве? Расскажи мне, какие возникали конфликты, что доходило до драк? Ну, знаете, есть такое понятие, когда ты хочешь реально узнать человека, тебе нужно с ним куда-то выехать в непривычную местность, то есть выйти из зоны комфорта. То есть и человек тогда для тебя раскрывается с иной, да, стороны. И вот там мы раскрылись, ну, совсем иначе. То есть мало того, что мы друг друга плохо знали все, тут еще и мы начинали просто вот сходиться в каких-то сумасшедших схватках. И то есть у меня воспитание одно, у Даны было другое, да, у нее традиционное казахское воспитание. У меня вообще просто, мне для у меня нет родственников, там, я не знаю, у нас с родителями свободные связи. То есть на это, вот, и вот на этой почве было, то есть она считала, что я неправильно живу. Я говорю, у меня есть своя точка зрения. Но это на самом деле весело было. То есть сейчас мы вспоминаем это все со смехом. И объединяла, наверное, все-таки сила такая, характера. Объединяло все то, что мы дальше продолжали жить и спали буквально в одной двухспальной постели, понимаете? То есть нам некуда было деваться друг друга. Мы жили на подводной лодке буквально. То есть, ну. Я слышу очень много, что она вспыльчивая, она очень прямая. Вместе с этим она настоящая. Если кому-то что-то не нравится, им просто не нравится правда. Она очень честная, настоящая и справедливая. Она всегда говорит честно. Она никогда не будет жалеть себя или выдумывать что-то. Вот как есть, так и скажет. И это в жизни очень помогает. Ты растешь рядом с ней. Сколько лет просуществовал коллектив? Последний концерт, но уже в таком составе, более последний состав у нас был, он состоял из вот Нюты Лукум, вы ее знаете, да, она сейчас, да, успешный визажист, и вот Алуа Китигенова, она сейчас ведущая на Первом канале, да, новостей. То есть вот мы втроем путешествовали по гастролям, это было последний 2011 год. То есть ты была участницей почти 11 лет? Ну, плюс-минус, да. То есть я покидала проект иногда на полгода, куда-то уходила, то меня куда-то несло ветром, появлялся какой-нибудь молодой человек или не молодой человек, который говорил, зачем тебе это, я устрою твою жизнь. Я говорила, правда, вот с такими глазами, хорошо, я ухожу. И я уходила, потом говорила, что-то нет, лажа какая-то, надо возвращаться обратно. И я опять возвращалась в Рахат Лукум, говорила, привет. Ну, меня с радостью всегда принимали, и я чему и рада безмерно. На последние годы вы работали без продюсера, то есть группа принадлежала вам троим, как и участницам, вы были и директора, да, вы были, да, и продюсерами, да, да. И полностью контентом также занимались вы. Поскольку мы не понимали, кто на данный момент наш продюсер. Наши продюсеры немножко разошлись по разным сторонам, и мы не могли понять, то есть, кому мы принадлежим. То есть бренд одному, там права другому, что-то еще там, песни третьему. То есть это было очень сложно, и мы подумали, ребят, у вас прекрасный бизнес свой, занимайтесь им, пожалуйста. Давайте, а мы немножечко покачаем сами. То есть, и несмотря на то, что мы с самого первого нашего появления мы получали какие-то, ну, иногда же мы выступали бесплатно, да, то есть мы получали какие-то там в месяц $50, и мы такие, в своем возрасте $50, я пойду куплю себе чего-нибудь, там, не знаю, шум, мотоцикл. То есть, а потом мы просто решили, что, ну, мы слишком долго, больше, да? Да, мы слишком долго получали столько, сколько мы не заслуживаем. И мы вернули все себе. Я думаю, что мы неплохо поработали. Сейчас мы занимаемся все разными какими-то своими делами. То есть мне хватает своей группы iFly. И тем не менее, да, ты
дальше продолжаешь петь, у вас свой коллектив уже. Я не могу его даже называть лайв-бендом, потому что он действительно достаточно уникальный, ваш коллектив iFly для Казахстана, поскольку у вас живой звук всегда, вы поете авторские песни. И в целом направление музыкальное, оно немножечко другое. После «Рахат Лукум» ты решила, что нужно собирать, или тебя пригласили? Нет. После «Рахат Лукум» я решила, что я продюсер, сама теперь могу быть, и я могу создать свой женский коллектив, не хуже. Но дело в том, что у меня почему-то мое какое-то вот это вот видение творчества, оно какое-то иное. То есть я могу видеть творчество вперед. То есть и я могу видеть его более, как сказать, каким-то обширным, что ли, и немножечко обережать. То есть события и время. И музыка была продвинута. То есть это не вот этот тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Да, прихлопа, попса, да, притопа. А музыка была, она такая, знаете, она была более танцевальная, она была более чуть-чуть продвинутая, то есть она была более европейская уже. И, а у нас народ такой, то есть им надо сейчас, вот здесь и сейчас. То есть они не могут вот спрогнозировать, что будет потом, вот что будет, тогда мы будем танцевать под это. И, ну и как-то так все совпало, что вроде бы мы поработали немножечко тоже, и потом девочки сказали, ну все, я говорю, ну и ладно, наигрались, все, спасибо всем, все, до свидания. Это был твой первый опыт в продюсировании, да. В дальнейшем, сейчас, это так и остался первым и последним опытом? То есть мне потом люди говорили, слушай, ну зачем тебе этот проект? Ты сама умеешь петь и танцевать, занимайся собой. Я говорю, ой, не-не, ну что я одна? Я сама не интересна всем. То есть мне нужна команда, то есть мне нужно... Я не индивидуальный предприниматель, знаете. Я человек, которому... То есть, который командный дух у него, да, вот есть. То есть мне нужно чувствовать плечо, мне нужно, чтобы был ансамбль какой-то и так далее. То есть сама одна я пою на сцене, мне кажется, я какая-то грустная. То есть мне кажется, ну поет и поет девчонка, да, ну ничего такого, ярких никаких там нет особенностей, таких много. А когда есть кто-то еще, то есть я служу как дополнением к большому чему-то. То есть вот так, то есть я частица организма какого-то. То есть и когда получается возможность у нас с кем-то сотрудничать, то есть я могу выполнять очень хорошую функцию именно как вот генератора такого еще дополнительного энергии. Вот. И поэтому у меня, я думаю, что-то я не знаю, не хочу я сольно петь, что-то, нет. Думаю, хочу-ка я группу себе, наверное, буду петь. Вот прям живые музыканты хочу. И что-то, знаете, как-то послала так в космос. И буквально вот несколько месяцев мне приходит предложение. То есть, Ксения, а ты не хотела попробовать? То есть с парнями, которые... У них уже была группа своя музыкальная. То есть тоже такие они на уровне хобби у них тоже. То есть у них у всех есть основная работа. Они все занимают какие-то супер-мега-должности, там, не знаю, каких-то директоров и так далее. То есть вот они на досуге иногда говорят, ну вот мы любим там поиграть музыку. Ну, хорошо, давайте попробуем. Вот. И просто так сложилось, что раз, и мы как-то опять все вжик собрались в один вот этот пазл. И ты сейчас говоришь про группу iFly. Я уже говорю, да, про группу iFly. То есть это так все как-то корректно скомпоновалось, и мы вот стали работать вместе. То есть мне сразу понравилось, почему? Потому что это были эксперименты. Мы начали с какого-то рока, да, мы начали с чего-то тяжелого, потому что у нас на казахстанской эстраде, ну, мало было каких-то рок-коллективов, к тому же их как-то вот, ну, они как-то вот особнячком все держатся, да, и их не воспринимают как-то всерьез. Ну, рок, да, ой, рок, ой, нет, это, наверное, потому тяжело. Что это складывается у многих продюсеров впечатление, что это не коммерческие проекты, да? Да, то есть, ну, мы изначально происходит? Не шли в коммерцию, то есть для меня это было просто как творчество. Творить я могла, у меня есть возможность, представляете, не ходить в караоке и петь там песни, а у меня есть живая группа, которая может играть, и я могу петь сама лично в микрофон, и мы можем еще где-то выступать, и, ну, это прям интересно. К тому же ребята очень творческие, особенно вот наш руководитель нашей самодеятельности, да, вот Дмитрий Щеголихин, он, ну, кто его знает, они, наверное, могут отметить то, что он, ну, это действительно очень талантливый человек, каких у нас, в принципе, в Казахстане очень мало. Он вообще, в принципе, занимается рекламой, и вся реклама, которую он делает, она действительно гениальна. Ну и вся музыка, которую он пишет. То есть мне кажется, у него какой-то каналчик есть. Он подключается и все, и ушел. То есть, ну, он молодец. То есть музыкальный контент полностью прорабатывает он с вами, да? Он, да, мы вместе это все решаем. Но идеи все приходят ему. То есть он пишет музыку, он делает аранжировку, он записывает, он сводит песни, он снимает нам клипы. Все идеи полностью генерирует он. То есть он, главное, если не будет его, группа iFly не будет. Thank you.
Также, конечно, мне приятно, что в свое время мы с тобой вместе работали на Hit TV, те наши золотые времена. Ты работала достаточно долго, много лет, и в какой-то момент ты ушла. Вот тот период, каким он для тебя был? Ты видела себя телеведущей, и тебя многие знают именно как телеведущую «Ксенон». Ну, на тот момент я могу сказать, что это был очередной такой мой, опять же, эксперимент. То есть это была не моя идея опять. То есть я вам еще раз говорю, я никогда не генерирую свои идеи. То есть у меня нет такого, что пойду займусь вот этим, буду делать то-то, а неплохо было бы мне, там, не знаю, открыть там то-то. То есть нет. Всегда есть человек, который приходит и говорит: слушай, а ты не хотела бы попробовать? И я откликаюсь на это, я говорю: интересная идея, давай попробуем. И когда я начинаю вот это «давай попробуем», у меня возникает вот этот вот энергоресурс, который я могу потратить на эту идею. То есть и я говорю: да, окей. То есть я пошла сама, стояла в кастинге, в очереди, в общем, там что-то там писала себе, стояла на камеру, что-то говорила там, презентовала себя. И прошла. Но тем не менее, когда ты ушла с Hit TV как телеведущая, ты в дальнейшем также работала телеведущей? Ну, начнем с того, что я не только на Hit TV работала, то есть я параллельно с Hit TV, я, например, была еще ведущей на Хабаре, то есть, да, я вела реалити-шоу по изучению казахского языка, «Казахшан Асхалай» назывался, ну, вот, то есть я его сначала выиграла, а потом мне предложили его вести, я говорю: окей, все, я пошла его вести, то есть это было интересно, тоже интересный опыт такой был. И еще какие-то проекты, где-то я еще участвовала, то есть было какие-то, ну, много всего, где я воплотила свое вот это вот ведущество, знаете. То есть, ну, а когда с Hit TV ушла, то есть оно закончилось все. То есть начался такой другой период в моей жизни. Я вышла замуж. Да. 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 И все повернулось вот так, просто на 360 градусов. Просто, знаете, у меня, я клянусь, у меня из этого вот то, что я не то, что не приняла эту ситуацию, а я ее просто, я не ожидала, она для меня была такая неожиданная, то есть я не знала, как это замужем. И то есть это же опять же был эксперимент, да, то есть мне предложили выйти замуж, я согласилась. То есть я должна была все сыграть теперь в какую-то невесту, жену, и теперь вот я вот... Ты долгое время ходила в завидных невест. Ага. Очень много говорили об этом, и мы об этом говорили, и у тебя, насколько я, по крайней мере, это видела, и насколько я тебя знаю, у тебя не было такого прям огромнейшего желания выйти замуж. То есть ты не из тех женщин, которые стремятся выйти замуж. Да мне вообще, говорю, нет особо каких-то желаний. Я живу вот реально в потоке, то, что сейчас происходит. Ну нет у меня парня? Ну нет, хорошо, есть? Привет, давай. Че, отношения хочешь? Ну давай, будем выстраивать отношения. То есть какие-то вот такие нюансы. То есть я не стремлюсь, что, знаете, вот общество сказало, все, давай, вот ты должна там с 23, не знаю, там до 25 быть, а потом ты уже старая дева. Мне пофиг абсолютно вообще, что говорит общество, ну, как бы, вот это мне помогает жить, то есть я не циклюсь ни на чем. И поэтому, к тому же, я еще не могла найти человека, с которым бы я хотела свою жизнь связать. Ну, их просто, ну, даже сейчас я смотрю и думаю, что вот, ну, ладно, мой муж там, ну, окей, все хорошо с ним, жив-здоров, ну, вот я думаю, что, ну, следующий там кто-нибудь, да, вот нет даже претендента, кто бы вот, ну, еще бы мог бы там поспорить, да, например, даже с моим мужем. То есть для меня, по крайней мере. То есть, ну, нет таких. Очень мало. Я знаю Дэна, твоего мужа, и я знаю тебя. Дэн, он достаточно спокойный человек. Нет. Насколько я его знаю, мы сотрудничали и работали где-то вместе. Но внешнее впечатление вашей паре складывается такое. Ты такой ураган, да, а муж у тебя спокойный. Как на самом деле в вашей семье все происходит? Я не знаю, как это характеризовать. То есть в нашей семье мы все занимаемся своими делами. То есть у нас у каждого есть своя какая-то траектория, по которой кто-то из нас ходит, да. То есть он занимается своей работой, мы встречаемся там где-то, пересекаемся, то есть как-то взаимодействуем и опять же расходимся. То есть у нас нет такого, что прям семейные вот эти мероприятия там, да, ну, безусловно, мы ходим к родителям там на ужины, на обеды и так далее, то есть все это. Но вот такого прям культа семьи какого-то такого, что вот так мы должны теперь срочно завести детей там или что-то еще, потому что это семья, да-на-на-на, то есть вот этого у нас какого-то нет. То есть мы, у нас какие-то отношения такие, они достаточно,
не то что свободные, да, то есть нет, они не свободные, но они... Это современная семья. Да, мы даем друг другу пространство, в котором легко жить каждому. То есть он не парит меня, я не парю его. Такие взаимоотношения начались сразу, как вы начали встречаться, или это пошло уже после замужества? Ну, он сам по себе такой человек, то есть мне было легко с этим. То есть он не говорил, что так, все, завязывай давай со своим вот этим шоу-бизнесом, будешь сидеть дома, там, не знаю, чай, май и так далее. То есть такого не было. То есть изначально мы были просто такие, знаете, свободные люди. То есть каждый предоставлен сам себе. То есть хочешь заниматься, ради бога. То есть никто не ограничивает. То есть сейчас у меня тоже есть какие-то свои увлечения. Там я занимаюсь саморазвитием, так сказать. Так. А, вот. Ну, иногда он меня просто подстебывает на эту тему. То есть она для него такая немножечко скользкая, потому что он ничего не шарит в ней. Так, а что это за увлечение? Ну, как вам объяснить? То есть это увлечение, на самом деле, у меня было как-то, ну, изначально. То есть мне нравится вот это вот все такое. Я люблю самосовершенствоваться. Мне нравится духовный рост, вот это вот все. То есть я хожу на всякие семинары, там, тренинги, да. То есть я читаю книжки. Я училась на психолога, поэтому. То есть мне было интересно копнуть чего там глубже и так далее. То есть и сейчас, по сей день, то есть вот мне нравится там посидеть в тишине, помедитировать, да, там еще что-то такое. То есть для него это типа... У тебя слишком много свободного времени, поэтому ты занимаешься вот этой ерундой. То есть, ну, он вот здесь немножко меня не понимает. Ну, дает мне возможность заниматься этим. А ты даешь ему возможность заниматься какими-то моментами? Мне кажется, вообще, да. Он занимается вообще чем хочет. Приходит там, не знаю, по вечерам и говорит: ой, я работал. Я говорю: что, устал? Он говорит: ну да, устал. Я говорю: тебе же нравится твоя работа? Он говорит: ну да, нравится. Ну, я говорю: вот и занимайся, отлично, все прекрасно. Я пошла спать. Да, она же вся особенная. Ну, она же человек-то нестандартный, неординарный, готовит вкусно. Всегда, постоянно и вкусно. Супер плюс то, что она со мной возится. Вот это супер плюс. Я ж тоже местами вредный бываю. Это не ем, это не хочу, это не люблю. Спорит иногда со мной, и это безапелляционные споры, то есть ее нельзя переспорить. Все, если спор пошел, надо согласиться уже, и все. О, хорошо, хорошо, ладно. И все же мне интересно, как вы проводите время вместе, какие у вас совместные увлечения. Я знаю, что вы любите путешествовать. Вы, если уезжаете, вы можете уехать и на месяц, насколько я знаю. Да, мы уезжаем на месяц куда-то. Почему? Потому что я за этот месяц. Потому что я считаю, что за 10 дней ты отдохнуть не успеваешь никак, абсолютно. За 10 дней ты только можешь переформатироваться, да, и подстроиться под эту местность, куда ты приехала. Потом дальше уже начинается какие-то вот, не знаю, система отдыха. То есть иначе никак, вообще абсолютно. После свадьбы вы сразу же ушли сниматься, вас пригласили в проект «Мой лучший». Да. Это было на следующий день после свадьбы. Это была твоя инициатива? Нет, меня пригласили, опять же. То есть мне сказали: Ксения, вот у нас здесь есть проект, то есть каждый там супружеские пары, они участвуют, вот типа конкурс такой, это все, съемки. Я говорю: ну ладно, мы можем, как раз это на следующий день будет после нашего бракосочетания. И, ну, немножечко, ну, я-то нормальная. А муж мой дал жару на свадьбе, поэтому он был чуть-чуть так, как прям вот с похмелья, как тут мягко говоря. И он такой прям был просто вот, это было страшно. Ему было сложно выполнять какие-то задания, потому что его просто вот выносило. Ему хотелось просто лечь, выпить там, не знаю, съесть какой-нибудь китайской лапши. Вы знаете, бывает, хочется иногда. И просто, чтобы его не трогали. А тут, представляете, его надо там таскать кого-то на себе, да, каких-то цыплят ловить, что-то еще делать. То есть, ну, это было достаточно сложно для него. Ну, это, конечно, вообще одище какое-то было, потому что я там себя в кучу еле-еле собрал. И там надо было еще выполнять задания, перекладывать палочками яйца из корзинки в тарелку. Надо было там с ребенком и с корзинкой продуктов открывать дверь. И у меня страшное похмелье. И как бы понятно, что я не могу не то, что там яйца переложить, а баскетбольные мячики, наверное, с места на место не могу переложить толком. Ну и что-то там делали, да. Я не помню, какое место мы заняли, где-то там второе, третье. Я помню этот проект, я даже в нем участвовала. Да. Ну, в общем, из-за него мы не выиграли, в общем, так. Они веселые, они крутые, они живые. Это самая крепкая и самая искренняя пара в шоу-бизнесе. Для меня лично, потому что они такие, какие они есть. Что Дэн, что Ксенон. Ну, они нашли друг друга. Я очень рада за них, я их очень люблю. Look what I've done. Broke all your
stress while I've been on the run, and I'll make it better, I'll make it better, you know I'll be better, just give me the credit to look what I've done, broke all your trust while I've been on the run, and I'll make it better, I'll make it better, you know I'll be better, just give me the credit to. Также, конечно, мне интересно знать о твоей семье, семье, в которой ты выросла. Родители, у тебя есть сестренка. Да. Да? У меня есть младшая сестра, она мне младше на 12 лет, но она живет не здесь, она живет в Израиле. Мы ее после школы просто туда отправили и сказали, все, барахтайся, живи как хочешь. Знаете, закинули ребенка вот так вот просто в воду. Ну и вот она там молодец, она уже отслужила в армии, она такая молодец. Да? Конечно, да, она уже учится в каком-то университете. Живет своей жизнью, молодец, она одна там, одна в чужой, ну как, она не чужая страна. То есть она сюда уже приезжает, она говорит, ой, мне здесь скучно, я хочу обратно. То есть она уже вот, она гражданка другой страны. То есть мы видимся с ней так раз в год. Вернулась на историческую родину. Ну, она, в принципе, здесь никогда и не общалась ни с кем. То есть у нее была школа, знаете, утром автобус забирает, вечером привозит, и как-то она ни с кем не общалась. То есть у нее круг общения был исключительно вот этот индивидуальный. То есть и сейчас такой же он у нее. А это было решение родителей отправить ее в Израиль учиться? Да, потому что моя мама так решила. Моя мама вообще... Мама решила. У нас мама в семье решала все всегда, и по сей день она это делает. Она такая прям у нас боевая женщина, причем она еще такая вот, знаете, бывает же, вот, не то, что вот паникеры вот такие, вот она, так, давайте, так, что-то должно что-то происходить сейчас, почему все сидят, давайте, вот такой, знаете, генерал есть, в семье, ураган. Да? Папа был всегда такой, то есть он, да, она говорит, как ты думаешь, я считаю, что надо сделать вот так, он такой, ну да, в принципе, хотя нет, ты знаешь, я думаю, что вот так лучше будет, он такой, ну да, в принципе, да, то есть папа всегда соглашался с мамой. Но ты свою семью строишь по принципу той семьи, в которой росла? Ну, не знаю, я бы не хотела. На самом деле, мне вот это вот не нравится, знаете, инициатива в свои руки, там, а муж лежит на диване, ничем не занимается. То есть, нет, я так не хочу. Я, наоборот, хотела, чтобы мне было все иначе. Но поскольку у моего мужа плюс-минус тоже, как бы, мама такая достаточно яркий представитель семьи, так сказать, такого, ну, прям, ну, она тоже такая вот лидер, да, и мой муж все-таки пытается, чтобы я, там, он мне периодически спрашивает, там, ой, а где там мои носки? Я говорю, я не знаю, где твои носки, у меня своя жизнь, у тебя свои носки, я ничего не знаю. То есть я отвечаю за свои носки, ты за свои носки, я не мама, все. То есть, и, ну, вот как-то так. Ну, она же у нас руководитель семьи, то есть она же немножко генерал. Вот генералит, ну пытается генералить. Просто учитывая там мою специфику работы, я генералю на работе. Приходить домой и генералить, ну как-то и не хочется, и не надо, наверное. Поэтому домашний генерал, конечно, Ксения. Но свою семью, получается, ты строишь по стандартам европейским. Да я вообще ее не строю. Я вообще... Тебя ведут, ты отдала свою жизнь мужу, и вот он тебя ведет. Нет, муж у меня тоже, мужа тоже кто-то ведет, непонятно кто. То есть у нас периодически, у нас просто все как-то вот так вот. То есть у нас нет такого, что так, смотри, короче, мы будем вот так вот делать. То есть это ничего не работает. Просто все ходят, говорю, по своим траекториям, все занимаются своими делами, что-то периодически где-то там сталкиваются, взаимодействуют, да, и расходятся обратно. То есть, ну, любовь, да, она, безусловно, у нас есть. Да. То есть у нас есть это пространство любви, в котором мы живем. То есть любовь, это тоже у нас своеобразная, лишний раз, да. Там, не знаю, тебя там стукнуть или там подойти, там что-нибудь еще сделать. То есть это нормально, в принципе, да. То есть это так, как девочек за косички дергали, типа, чик, все понятно, ладно. То есть вот такое вот. Ну, интересно, конечно. Я не думала, что семья это так. Ты выстроила семью так, как ты хочешь. Так, я как ее, ты видишь. Ну, я ее строю, типа, да, еще. Да, строишь и будешь строить. Наверное. И самое главное, чтобы вы были счастливы. Я тоже так думаю. Вы ревнивы? Да, ну нет, я не ревнивая. Мне кажется, что мое, оно мое. Что не мое, оно само уйдет. Что может исцелить человеческую душу? Ну, вы знаете, здесь должен быть, наверное, какой-то индивидуальный подход все-таки, потому что каждый человек приходит в этот мир за своим опытом, за своими уроками, и, ну, очень сложно сказать, какой-то общей таблетки какой-то для всех нет. Вы верите в судьбу? Для меня это какое-то размытое понятие, я не совсем понимаю, что такое судьба. Что вас может вывести из себя? Вот на данном этапе не могу сказать. Ну, вот раньше меня могло вывести, например, какая-то незапланированность, например. То есть я планирую что-то, и что-то меняются, какие-то планы. То есть я сразу, почему? А сейчас я понимаю, что, ну, все, что не делается,
все к лучшему. Но иногда меня бесят люди, которые опаздывают. Ваш любимый фильм? Вы знаете, можно вам скажу, что у меня нет вообще, в принципе, ничего любимого. У меня нет кумиров, нет любимого фильма, любимой песни, нет ничего любимого. Но мне нравится фильм, который я могу пересматривать. Это, наверное, «Гордость и предубеждение», версия BBC, которая, где Колин Фёрт снимается. Ну, вот оно мне просто нравится. То есть, если он будет идти по телеку, я буду его смотреть. Ксения, у меня есть для тебя подарочек. Я знаю, что ты очень обрадуешься, поскольку мы с тобой являемся лучшими друзьями нашего любимого бренда Пандора. Я хочу, чтобы ты открыла. Я знаю, что ты коллекционируешь, да, по воспоминаниям, по путешествиям. И я очень надеюсь, что у тебя такого шармика нет. Я тоже надеюсь. Вау, у меня нет такого шармика. Классный. Пандора является также другом нашей программы «Привата». Это прекрасно. Ксюша, я очень рада с тобой была пообщаться. Взаимно, искренне, давай еще общаться. Искренне желаю счастья твоей семье, счастья твоему дому, счастья тебе. Сейчас я заплачу. Во всем благополучие в творчестве в целом и родителям. В общем, я очень тебя люблю, очень ценю, очень уважаю. И я думаю, что мы всегда будем наблюдать и будем радоваться видеть тебя на экране. Спасибо. Спасибо большое. Прямо подарки.